Dark Days и Devil Hunt. Совместите средневековую атмосферу с современным оружием в многопользовательском режиме онлайн игры. Подписаться не забудьте. Ладно, теперь давай по игре пройдемся. Это онлайн-шутер. Ну, наподобие Counter-Strike. С музыкой на авторские права. Угу. Да, так что, в принципе, это делает ее вообще не целесообразным снимок ютуберам. Да, это если не исправят, игра, честно говоря, вот как показывает практика, загнется очень быстро. Могу сразу написать. В таких играх, в первую очередь, тени должны быть статичными, а не убираться с помощью настроек графики. Изучайте хотя бы игры, которые есть. Да, тут можно убрать тени, давая преимущество. Можно вообще графику под корень урезать, оставляя только нужную. Это дальность, там, прорисовку персонажей. Ну да, так тут, ну, хорошая графика, но опять же ее придется резать в ноль. И спецэффекты тоже. Движение персонажа здесь тоже на хорошем уровне. Здесь красивые локации. В средневековье, кстати говоря, с замков бегаем. В принципе, неплохо. Но пока нет скриптеров, а я всегда в голову попадаю. Я вижу сквозь стены. Ну да. Есть тут немного странное прицеливание, в принципе. Игра только пока в нормальном хоть и состоянии. В ней также обещают вести ботов. Ну, можно будет, наверное, поиграть с ботами или с друзьями. Но, как видишь, в игре такого рода придется убирать графику. И тут никуда не поденешься. И напомню, особенно разработчикам, в играх подобного жанра тени должны быть статичным объектом, а не убираться с помощью настроек графики. Это вечная ошибка, блин, разработчиков подобных игр.